Реальная мечта, о которой я мечтаю, к которой я иду упорно уже много лет, уже больше там 10 лет, и об этом вообще знают мои близкие, я хочу посмотреть весь мир, вот побывать, пусть это будет как бы такой по-туристически, но в каждой стране, пообщаться, вот как-то вглубь войти вот с местным населением, скажем, ну, то, что запретно, вот слово «нет» — это для меня слово «да», как только произносит слово «нет», значит, мне туда надо, я туда хочу. И моя мечта сбывается. Вот в этом отношении я счастлива. Я надеюсь, что я буду еще жить долго, и я посмотрю весь мир. То есть вот в каждой стране я за последние, наверное, лет 12 хотя бы по одному разу побывала, ну, где-то в, ну, 35-40 стран я посетила, ну, какой-то раньше. Вот. Поэтому вот моя мечта, она сбывается. Я хочу, чтобы у каждого человека, вот любая мечта фантастическая, когда-то много лет назад мне казалось, что это нереально, что вот я буду ездить, смотреть мир, вообще весь мир, я могу себе этого позволить. А вот, да, мне... Не 20 лет, я живу очень долго, я как черепаха тортила, мне уже 300 лет, я езжу, смотрю этот мир, и я кайфую от этого, от того, что... Причем я фантазирую, придумываю, какую я страну поеду, я что-то нахожу такое вот интересное, и самое удивительное, что эта мечта сбывается. Поэтому я желаю, чтобы все мечтали, что у мечты есть, если она истинная, то, что внутри, и она... Истина, и это ваша потребность, она сбудется обязательно, да, то есть у нас бывают ложные мечты, я это хочу, но ты получаешь, а тебе это не надо, да, то есть если ты один раз получил, тебе не надо, второй раз получил, не надо, она не будет больше сбываться, потому что там где-то, я не знаю, такой вот есть ларец, который исполняет все наши желания, а вот если ваша мечта истинная, это внутри вас, она сбудется обязательно, мечтайте, и пусть это все исполняется, у меня получается.